Я расстроен, я на грани. Помогите, наконец. Ой, кто ты? Инопланетянин. Прямо в точку. Молодец. Все случилось так нелепо. Это шутка? Нет, всерьез. Мой корабль свалился с неба. Помогите, люди, СОС. Срочно нужно напряжение. Вот спасение. Нашел. Эй, ты чего там? Есть решение. Будь что будет, я пошел. Да ты что? Пожара хочешь? Или хочешь умереть? Человек, пойми, до ночи я обязан улететь. Успокойся, съешь конфетку. Выпей чаю, братец. Вот. Всем известно, для розетки только вилка подойдет. Это что? Не видишь, вилка? Ха, вот умора, насмешил. Экий ты пришелец пылкий. Вот что, братец, не спеши. Вот утюг, а вот паяльник. Этим можно выжигать. Нет, с такими проводами сей прибор нельзя включать. Что же делать? Что же делать? В НЛО мотор замерз. За окном и снег, и ветер. 10 градусов мороз. Ну чего ты? Что за слезы? Я не плачу. Что за вздор? Здесь тепло и нет мороза. Отогреется мотор. Вряд ли. Что за невезение? Все, замерз мой верный конь. Все равно найду решение. Ну, конечно же, огонь! Дай мне спички, зажигалку. Извините, не курю. Значит, жалко. Значит, жалко. На вот, книгу, друг. Дарю. Спички детям не игрушка, а с огнем нельзя играть. Зажигалка не подружка, не шалить, не рисковать. Руки быть должны сухими, прежде чем включить прибор. И запомни, ты не химик, опыт в доме – это вздор. Новогоднюю гирлянду, коль сломалась, не включай. Фейерверки, свечи, вату никогда не поджигай. Пахнет дымом и смолою, срочно взрослым расскажи. И над газовой плитою вещи тоже не суши. Замыканьям, вспышкам нет. Никаких пистонов. Уходя, гасите свет, номер телефона. Электричество не шутка, ты с ним в игры не играй. Телевизор, фен, компьютер, все приборы выключай. Целый час уже читаю. Книгу выучил, поди. Я опять переживаю. Ну, попробуй, заводи. Mm-hmm.
Ничего ж себе! Согрелся! Ну и ну! Не ожидал! Почитал, попил, наелся! И умней немного стал! Кстати, фото на прощание! Рад знакомству, не скучай! Все, спасибо, до свидания! Если что, ты прилетай! На плиту поставил чайник, никогда не засыпай. Все пожары не случайны, так что, друг, иди читай.